Всем привет! Мина-сан, конничива! Меня зовут Сажина Дарья, и сегодня я бы хотела рассказать о курсах японского языка у Светланы Бычковой, о своем первом месяце обучения. Сначала хотела рассказать о своих страхах, которые у меня были в начале. Я уже имею некоторый опыт изучения языка, и такие вещи, как хирагана, катакана, базовую грамматику, я уже знала. И у меня были опасения, что мне будет скучно на курсах, потому что проходить одну и ту же программу, согласитесь, это тяжеловато и скучновато. Но с первых же уроков я поняла, что это не относится к курсам Светланы, потому что у нее настолько разнообразная программа, что и она включает в себя очень много элементов, что даже если ты знаешь, допустим, хирагану, катакану, то как Светлана это все преподносит, это очень интересно. Вот, так что скучно мне не было, даже с учетом того, что я уже все знала из первой части. Вот. А потом также было очень интересно узнать про грамматику, именно как Светлана ее преподносит, очень удобно. То есть ты сразу же учишься на конкретных примерах, и несмотря на то, что занятие ведется через интернет, то есть ты не присутствуешь физически в классе, то все равно это очень удобно. И не чувствуешь никакого дискомфорта. Вот. Так что для меня данная методика обучения очень эффективна. И в том числе очень нравится то, что во время занятий Светлана уделяет очень много внимания тому, чтобы были задействованы разные аспекты восприятия языка. Так, у нас сначала проходит небольшой вводный курс в новую тему, новые слова, новая грамматика. Потом мы отрабатываем это тут же на определенных примерах, которые мне очень нравятся. Светлана все время подбирает такие примеры, что ощущение складывается, что добавляются какие-то игровые нотки. И это очень здорово. То есть, интерактивные занятия. Что мне больше всего нравится на онлайн-курсах? Ну, пожалуй, это самое классное. Ну, как уже сказала, это первое, это методика. А второе, то, что сам формат очень удобен. Например, занятия проходят через интернет. То есть это комфортно, ты находишься дома. Либо там, где есть интернет. Тебе не нужно никуда ехать, тратить время на дорогу. Также все материалы доступны также в интернете. Светлана высылает и домашние задания. И самое классное, пожалуй, это то, что у нас есть онлайн-кабинет, где хранятся и записи уроков, которые можно посмотреть. И также туда удобные задания можно выслать и посмотреть какие-то дополнительные материалы, которые Светлана высылает. Вот. Это очень удобно. Например, я пропустила одно занятие, и я была в Варшаве, и там не смогла подключиться к нормальному интернету, чтобы быть на курсах. Вот. И очень удобно то, что я потом вернулась, а мне не пришлось пропускать занятия. Я просто посмотрела видеозапись урока. Это очень важно, это очень удобно, потому что если ты пропускаешь офлайн занятия, то ты уже его нигде не наверстаешь. Так что мне очень нравится. И сейчас уже пошли новые темы, новые грамматические конструкции, которые я до этого не знала, и сейчас мне вдвойне интереснее, потому что
Получается, у меня уже был закреплен материал, который я уже знала, а теперь очень здорово изучать что-то новое именно у Светланы, потому что она очень классно преподносит материал, мне очень нравится. Так что всем рекомендую, если вы хотите учить японский, идите к Светлане Бычковой. Все, всем спасибо. Минасан, думаю, аригато. И сайонара.